в Госдуме предложили ввести патенты для видеоблогеров. И не поверите, даже не Единая Россия это предлагает, а Справедливая Россия. А кто по фамилии ваш? Я хочу очень обидеться на этого человека, чтобы он как тот подавился там своим пенисом. Депутат партии Справедливая Россия Анатолий Аксаков. Аксаков. Ну, да. Посмотрим, кто такой Аксаков. Я его лично не знаю, но уже негодую по поводу Аксакова. И речь даже идет не только о том, чтобы ввести какую-то систему. Аксаков предлагает создать реестр таких лиц, видеоблогеров, выдавать им специальные разрешения и облагать налогами. А иначе рекламные деньги видеоблогеров попадут на черный рынок и будут использоваться в мошеннических целях. Блять, какой, ни одного какой, слова ИГИЛ. Какой вот. Умный Аксаков, а? Какой умный Аксаков, блядь. Вот сразу видно, что это не Единая Россия. Вот если бы была Единая Россия, где-нибудь слово ИГИЛ было бы. Либо ИГИЛ, либо вот что-нибудь про украинцев, там, что мы спонсируем там революции цветные или там ИГИЛ. А он пишет в мошеннических целях. Вот видно, что опыта у человека нет. Нет, когда власть возьмет, вот такие, как Аксаков, конечно, будут покупать патенты на все абсолютно. Вот на все. На воздух, на воду. Если на что-то не будет возможность купить патент, значит, будет трудиться. Там в определенных местах, не столь отдаленных. Это однозначно. То есть вот эти все высеры мы запомним очень жестко. Очень жестко запомним. И, а если они думают, что они вот болтают языком и за это не придется отвечать, не, ребят, вы думаете, будет такая же хрень, как при Путине, что ли? Да не будет этого.